Добрый вечер. Дорогие друзья, мы долго ждали этого дня, это для нас праздник, потому что мы сегодня играем замечательную музыку с совершенно потрясающими музыкантами. Для вас сегодня играют Дмитрий и Лукин, клавишные. Алексей Заволокин, бас-гитара. Сердце нашей группы Петр Нивши. Ударная. Меня зовут Артамон Александр. Спасибо, что вы пришли. Мы стараемся вам понравиться. Начинаем мы наш концерт с известной пьесы написала Гровер Вашингтон. Джуниор называется One Line. Thank you.
спасибо. Начали мы с известного хита и продолжаем авторской пьесой, которая имеет название одноименного диска. Скоро он появится. И пьеса называется «Самба дождя». Thank you.
ευχαριστώ. Δημήτρη Ούγγελ. И сейчас мы сыграем пьесу, которую вы уже давно очень не играли. Может быть, когда этот клуб находился в Олимпиаде, это было очень давно. И мы решили возродить традицию, и в этой композиции я рассказываю о своих впечатлениях, когда я впервые увидел Манхэттен, Нью-Йорк. И пьеса имеет достаточно банальное название, называется «Огни Нью-Йорка». Thank you.
Все композиторы, аранжировщики, лидеры собственных проектов. Один из них Дмитрий Лугдин. Он пишет музыку, выступает со своей группой, со своим проектом. И я ему очень благодарен, что в свое время он пригласил меня. Я обрел там свое лицо в неком философском понимании. Очень сильно повлияло на меня. Он даже это не подозревает об этом. Он впервые об этом слышит. Это правда. И мы сыграем сейчас композицию с его пластинки. Пьеса называется «Places».
Я ее записал, когда сидел на берегу моря. Называется «Полночный принц». Thank you.
Thank you.
с бас-гитарой. Алексей Волокин, Петр Ившин, ударные. Дмитрий Илубзин, клавишные. Леонид Петрович, гитара. Александр Макополый, саксофон. Друзья, спасибо, у нас небольшой перерыв. Мы ждем вас минут через 20. Мы сыграем еще лучше. Спасибо. Пришлось прерывать такую замечательную песню. Мы ее включим после нашего концерта. Продолжение. И мы сыграем еще одну лирическую композицию. Вторую. Специально для любителей стиля фьюжн. Летние эскизы.
гитаре Леонид Берзович. Клавишная Дмитрий Лукин. Ну и, друзья, я еще хочу представить одного нашего композитора и аранжировщика, Петр Ившин. Он тоже пишет музыку, несмотря на то, что он играет на барабанах, барабанщики пишут музыку лучше, чем саксофонисты. И композиция называется «Северное сияние». Он написал от впечатлений, когда он увидел «Северное сияние» в Мурманске. А там икра была? Вот, вы видите, от экранных впечатлений, а от «Северного сияния»
Thank you.
Дмитрия Лугдина. Сейчас мы сыграем его композицию, называется «Простые вещи». Группа «Вижу нам сам». Thank you.
Thank you.
Джой. Привет, девушки, для вас еще один музыкальный подарок. Молодые люди, вы можете приглашать девушек на танец. Танцевальная композиция объявляется. Thank you.
Спасибо! Небеса! Давайте с нами похлопаем.
Александр Богомолый! Спасибо. До следующих встреч.